Легенда о затерянном золоте ацтеков передавалась из поколения в поколение со времен Эрнандо Кортеса. Говорили, что это золото было выкупом за Монтесуму, которого испанцы держали в плену в великой столице ацтеков Теночтитлане. Сокровища исчезли вскоре после разграбления города. Некоторые считают, что они спрятаны в окрестностях пограничного города Хуареса. Легенда гласит, что ацтекский бог солнца наложил на сокровища проклятие. Все, кто их ищет, найдут только безумие и погибель. Эту легенду об исчезнувшем золоте назвали «Сокровища ацтеков». Итак, ребят, всем привет, и мы начинаем прохождение игры Call of Juarez. Я желаю всем приятного просмотра и ностальгии. Ну что ж, поехали! Средний. Меня зовут Билли. Мама не говорила, кто был мой отец, так что фамилии у меня нет. Этот медальон она надела на меня, когда я еще говорить не умел. На нем выбита свечка. Дети меня так и звали. Свечка. Лучше, чем ублюдок или чикана. Ага, мама из Мексики. Я вырос в городе на самой границе. Народ там по большей части белый. Например, мой отчим. Томас. Здоровенный, надутый гад. От него побоев мне досталось куда больше, чем еды. Город, в котором я вырос, называется Хоуп. Надежда. Меньше надежды я нигде не видел. Он полон пьяниц и бродяг, воров и лжецов. Это лучшие люди города. Как мой любимый отчим, который меня порол не реже раза в день, как по часам. Говорил, что учит меня быть мужчиной, но научил всего лишь терпеть побои. Последний раз, когда он поднял на меня руку 2 года назад, я удрал. Пошел искать свое счастье. Те самые сокровища ацтеков. Хотел показать этому гаду. Но мир несправедлив, я так ничего и не нашел. Встретил девушку, правда, Молли, красивую. И то ничего не получилось. Ее папаша постарался. Ну вот я и вернулся. Голодный, нищий. У меня ничего нет, даже фамилии. Ну что ж, погнали. И через город на ферму Томаса и Марисы. Ну вот и Хоуп. Логово бандитов, ублюдков и ханжей. Блин. Ну вот и Хоуп. Логово бандитов, ублюдков и ханжей. Так, сейф. Ты взял? Тихо. Не падать. Ферма Джонса. Отличное местечко. Что это ты тут делаешь? Это частная собственность. Хорошо, хорошо, полегче. Сразу дома находится тайник с оружием. Доберитесь до него и возьмите револьвер. Смотрите, чтобы Джон вас не увидел, иначе он выселит вас со двора. Оп. Стоп. Есть кто-нибудь? Фак, убежал. Бегом быстрее. Ugh.
Отлично, дело сделано. Теперь, когда вы вооружены, Джонса можно и бояться. Спускайтесь и пострелять по мишеням. Постреляйте по бутылкам на ящике и по предметам, висящим на заборе. Итак, сначала зарядим. Я сказал, убирайся, парень. Ты же не будешь стрелять в старого Джонса, а? Я ничего тебе не сделал. Мне проблемы не нужны. Раз, два, три, вот так. Хорошо, вы выполнили задание, вы научились основам передвижения в игре, можете следовать дальше. Окей. Ой, вот и все. Я пришел повидать единственного человека на земле, кому не все равно, что со мной. Маму. Никого больше. Но трех ублюдков, кроме отчима, я особенно не хочу встретить. Первый. Тим Пауэлл. Шериф. Ему всегда казалось, что я задумал что-то плохое, даже когда ничего такого и не было. Второй. Клайд... Ой. Ну... Я скипнул случайно, извините. В общем, прочтете сами. Там на паузе. Надо же, Билли Свечка, давно не виделись, парень. Шериф. Не думаю, что Томас будет рад тебя видеть. Ты вернулся, чтобы помириться с ним? Я к маме пришел. Понятно. Так, отдай-ка мне револьвер. Давай сюда. Но, шериф... Бросай оружие. Отлично. Добро пожаловать. Смотри, не наделай глупостей, сынок. Я вам не сын. И слава богу, парень. И слава богу. Только пришел в город, а шериф тут как тут. Сволочь. Черт, надо раздобыть пушку. Посмотрите на этих хомбра. Опасные ребята. Так, хорошо, посмотрим задачи. Найдите револьвер. Окей. Эй, Билли Свечка, усла дачей моих. Сьюзи? А ведь у нее есть пистолет. Билли, я обиделась. Ты в городе и не пришел повидать свою подружку? Я только пришел! Я думал зайти! Ну надо же, Билли думать научился. Тащи свою тощую задницу сюда. Окей, пройдите револьвер Сьюзи. Форестера пока не видно. Сглазил. Билли Чикано, куда это ты направился, парень? Товаром попользоваться? И без денег, конечно. Остынь, Клайд, я зашел поздороваться. Мой ботинок сейчас поздоровается с твоими гуэвос. Хочешь Сьюзи? Выкладывай деньги, мучачо! Я умею денег отвалить. Ты на мели? Я так и знала. Думал, найдешь золото ацтеков. Ладно, забирайся в это окно. Но не поднимай шума. Я, наверное, с ума сошла. Так.
Тихо. Давай. Привет, Сьюзи. Шш. Подожди, я сейчас посмотрю, чем там занят Клайд. А ты пока умойся, что ли? Черт, где этот Деренджер? Так. Не заряжен. Где же патроны? Клайд развлекается с Джоэн. Так что у нас есть время возобновить знакомство. Но лучше не шуметь, дорогая. Так и не нашел сокровище. Может, я тебе помогу? О, как ты вырос. Что тут за шум? У тебя зуд, что ли, парень? Клайд, тебя сейчас вылечим. Опс. Валим отсюда. Так просто не отделаешься. Полчаса со Сьюзи любому, кто прихлопнет этого мексиканского ублюдка. Я шкуру с него спущу за полчаса с этой девицей. У меня... Я, ребят, если что-то перепрохожу этот момент сейчас. И у меня, блин... что-то... скрипт не сработал, вот этот. Видишь, в виде картины. Вот, а сейчас я его переиграл, и все нормально стало. В общем, валим отсюда. Что-то и бабушке... Стой, подожди. О, да. Вот он! Бежим! Так, с помощью хвоста. Патронов нет. Не, подожди. Ага. Вот мы тебя и нашли. А как убрать тебя? Ладно. Все. Это дом сумасшедшего Фрэнка. Его контузило в войну, и теперь у него все шарики за ролики заехали. Если у кого-то в этом городе и есть патроны, то это у Фрэнка. Так, найдите патроны к револьверу. Какое золото? Золото ацтеков! Да сказка это, нет его! Ладно, я понял! Эй,
уже покрасть меня решил? Еще шаг, клюсь тебе голову отстрелить. Ага, понял. Что получится, нет? Сейчас. Давай, 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 иди отсюда, что я не должен увидеть сейчас. Эй, Люси, что будем делать с этим воришкой? Выяснюсь, кого хочешь пошли. Мужчину, женщину, ребенка, а бродяг вроде тебя не будет. Ну, не вылезай. А, в воду не взялись. Ладно, я со страху стегнул в воду. Ты покрасть меня решил? Еще шаг, клюсь тебе голову отстрелить. Да я не хотел тебя потом покрасить. С этим воришкой. Выяснюсь, кого хочешь посмотреть. Мужчину, женщину, ребенка. А бродяг вроде тебя не будет. Ну что ты делаешь тут? Старый псих. И не говори. Хотя ты вообще его обокрал, если чё. Так что кто псих-то? Ой, я псих говорю. Ну, в общем... Так... А. Ладно. Вот и он. Единственный дом, который я знал. Мама, наверное, ужин готовит. Печет пирожки, варит похлебку. Я почти чувствую... Томас! Оставь ее в покое, урод! Слышишь? Я убью тебя! Эпизод завершен. Вот, давайте мы на этом тогда закончим и продолжим уже в следующей серии. Продолжим. Там уже начнем второй эпизод. Что ж, всем спасибо, всем пока.